Снова под стражу. Фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефедова арестовали на 2 месяца без права залога, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. И добавила, ходатайство областной прокуратуры удовлетворили именно этим 2 фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года. После оправдательного приговора в зале суда сообщили о новом подозрении посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечу, накануне суд Черноморска Одесской области полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев. Их обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 в центре Одессы. После чего под зданием суда возникли столкновения между активистами и силовиками. В результате пострадали 35 правоохранителей. Полиция открыла уголовное дело по статье «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия».